Первый умный переход в регионе появился в Северодвинске. Днем он мало чем отличается от обычной зебры, а вот в темное время суток помогает пешеходам быть максимально заметными. Видеокамера фиксирует подходящего к дороге человека и дает команду светодиодным прожектором осветить переход. При этом для водителей на табло загорается надпись «Пешеход». Интеллектуальную систему установили на проспекте Труда. Это как бы аварийные... Участок такой тоже по предложению сотрудников ГИБДД. Сейчас мы посмотрим, как он работает. Если, значит, аварийность снизится, само собой, все будем рассматривать уже и дальнейшее развитие по городу. На все оборудование потрачено более 520 тысяч рублей из городского бюджета.